Здравствуйте. Сегодня я ваш домашний шеф Ярославцев Сергей, All Seasons, Санкт-Петербург, специальный Denver Tweed. Сегодня мы приготовим Denver Steak с кремом цветной капусты. Для этого нам понадобится Denver Steak, цветная капуста, чеснок, масло, сливки и соус говяжий, который мы уже приготовили. Мясо мы солим, перчим, добавляем чеснок, перемешаем немножко, ну, пусть постоит. Пока маринуется мясо, нарезаем цветную капусту произвольно и обжариваем. Добавляем сливочное масло. Капусту нужно обжарить сильно, потому что это гарнир будет к мясу, а не к рыбе. Поэтому она должна быть сильно выражена. Солим. Перчим. Добавляем сливки. Добавим. Капуста стала мягкой, и мы можем готовить крем. Это может быть погружной блендер, термомикс, кому как у кого что есть дома. Добавим для однородной массы капусту. Крем готов из цветной капусты. Перекладываем его в сотейник. И, наконец, обжариваем мясо. Мясо достаем, чтобы отдохнуло. Выкладываем крем. Можно три. Я люблю капусту, можно и три. Режем мясо. Затем добавили немножко соуса говяжьего. Ну, кому, ну, как нравится. И украсили все живыми специями. Их у нас много сейчас растет в ресторане. Ой, блюдо готово. Приятного аппетита! Ням-ням!